Так, друзья, мы хотим зайти в супермаркет. Называется он Бедронка. Это сеть польская а супермаркетов. Посмотреть цены для вас, чтобы вы понимали, что сколько стоит. Так, что у нас здесь продается? Это у нас помидорки, да? Почем? 5,49, смотри, 5,49 килограмм, да? Это помидорки у нас. И смотри, 3 злотых банана килограмм. Это на наши 7,3, 21 гривна. А у нас по 35. У нас по 35, да. Да. Вот тебе уже, да, только зашли. Черри, а вот черри сколько? Это черри? 99 центов, да. Помидор черри, да, 7 гривен. 7 гривен на наши стоит. Огурцы, да? Огурцы, наверное, да, где-то тут есть. Баклажан 4,99. 75, 35 гривен баклажан. Пиццарка. А вот это сколько этот? Слышишь? Маша. Ты же где? Вот. А, морковка молодая. 4 злотых, это 28 гривен. Ага. Это свекла, да? Может, это не морковка? Израиль. Да не, она морковка. Как не морковка? Петрушка, вот, видишь. 12, 77 гривен. Килограмм. У нас 100. 100, да? Да. А это... Нет, это самое... Да, ну. Лук, да? Да, лук, да. Ты странный. А вот, смотри, луц 6,7, 42 гривны. Цибуля, вот, 4. 4 злотых лук. Это у нас 4,7, 28. А у нас... А сколько у нас лук стоит, Юль? 35. А у нас 35. Тоже дешевле. Картошка, да? 4, 5. 5. 35. Говорят, картошка говно у вас, по сравнению с украинской. Да? Ну, чего редко картошка кушает. Да? Потому что говно или? Ну, что, редко. А есть пломбир, Сусан? Не получилось. Так, что здесь? Это бивина тут по... Получается по 7, по 8 гривен, вот такая пачка мивины на кетчуп. Ну вот кетчуп, к примеру. Ну, вот упаковка кетчупа, пудлиски 4,7, 28 гривен. Что еще? Майонез. Майонез вот по 4 злотых, 4,7, 28. Выборный майонез. Поехали дальше. Ну да, посмотрим. Короче, это самое популярное мороженое, да, у вас? Самое вкусное, да. Считается, да? Трускавское это какое? Клубничное. Клубничное? Свинина-говядина. Свинина-говядина. Свинина-говяжий фарш? Микс. По 17, да? 17 за килограмм, да. Свинина. 7 злотых за килограмм. 7 злотых. Почему 7? Почему 7? 8? А, 9. 9, 7 и 9. 63 за килограмм свинина? А, так это очень дешево. Ну, в 3 раза дороже у нас. Так какие 120? 150 уже. Тут иногда бывает польская свинина, иногда немецкая. Покажите сосиски, которые мы ели, вот эти вот. Да, вот это они? Вот, берлинки с индюшатиной. Вот. Они стоят 19-16 за килограмм. 19-16 это 7. 70, 135 гривен. 35 гривен, да. А это сыр, да? Маздам. Вот это вкусно. Это 37 злотых за килограмм. Короче, 4,7, 280 гривен килограмм сыра. Слышишь? Ну, это видишь, какой-то такой интересный сыр. Обычный, который мы берем. Юль, 280 гривен. Ты почем берешь сыр у нас? 250 где-то, да? Нет, так мы берем это кушать. Это дорогой, да? Да. Нет, очень вкусно. Вот этот вкусный? Вы кушаете рыбу? Да. Да. Вон, сыки, йогурты прикольные. Да, вот сыр. Да. Гауда, да? Вот это другая упаковка, это 300 грамм, мы брали 500 грамм. Вот это вот 19 внизу, это цена, да? Да, в среднем, да, в среднем а, это 20 злотых за килограмм. 149 килограмм. Килограмм в среднем, да. Ну это... Балык, правильно, этот свиной? Ну, да, вот да, смотри, да. Можешь сосканировать, вот посмотри, сколько он стоит.
Evolution стоит 20 злотых за килограмм. Ну тоже 140 гривен. 91% свинины, да? 140 гривен килограмм. А у нас 300. Краковская колбаса. Да, это же краковская? Нет, это... Колбаса зувецкая какая-то. Живицкая. Живицкая. Копченая. По 32 злотых за килограмм. Смотри, Несквик. Юль, почем ты берешь Несквик? 70, 73, 21, 92 гривны. Такая пачка 600 грамм. Корон, считай, сколько? Ну, упаковка 7 гривен. 7,49. 12 гривен пачка, слышишь? Это что, Польша? Два польские вот макароны. 12 гривен пачка, это вообще копейки. Вот рис. 14 гривен килограмм. У нас 20 чем-то. Булгур, каша. 65 гривен риса брала на развес. 4 злотых, 28 гривен. Булгур, каша. А вот рис, смотри, вот тоже. 28? А у нас такая каша. Гривен 50-60 грамм. Я хочу курицу понять, сколько стоит. Вот, смотри, курчак. За килограмм 12 злотых. Курица. 12 злотых, это... Вот курчатка, вот еще, это эти самые ножки, да, как их называют? Да. 6,7, 42 гривны килограмм. Ну, так, плюс. Так же, да? А вот филе, смотри. Филе у нас стоит... Вот, 14. 14 злотых за килограмм. 70. 73. Не, подожди. Вот так же. 92 гривны. Здесь 92? 92, да. А у нас 115. 115? Да. 100 копейки. Хлеб. Ну вот, к примеру, да, вот этот хлеб. Ну, у нас дорогой. Зерновой хлеб. Ну, считай, почти, ну, 428, 7,749, 32 гривны. Фрукты, Golden. Да. Ролина. Голден, 2,99. Я бы Голден, Delicious. 3, 7,3, 21. 21 гривна. Ну, да. 21 гривна. Авокадо, смотри. Почем, помнишь, что? Две штуки. 10, 70 гривен. Гривна. Орехи? Грецкий орех, да? Да. Гривна 7, 7,5, 35. 10,5 гривен. А, нет, за килограмм. За 100 грамм. 70 за килограмм. А, за 100 грамм тебе сказать? Да. 10,5 гривен за 100 грамм. Вес первый. Груша. Вот, груша, смотри, 4×7, 28 гривен. Груша. Что тут еще? О, даже дыня вон есть. Мандарина, 1 килограмм, 35 гривен. Подожди, подожди, а это манго, да? Да, манго. Вон манго. 2 злотых за 100 грамм. 14 гривен. А, за 100 грамм. 20. 140 гривен килограмм. Потому что зайдем, мы уже встали. Подожди, апельсины еще. Это помаранч де Сирова. 5. 35 5. Гривен килограмм. Ну, в принципе, здесь... А, и супы тут есть еще. Ну, супы мне такое, не знаю, как да, бы... Да, ладно, идем. Вот, стоит... 2. 2 злотых за литр. 2 злотых за литр. 14 гривен? У них молоко стоит по 14 гривен за литр. Да. А у нас 27-28 гривен. Масло, это сливочное масло, да? Мы обычно покупаем вот это польское масло. Заплачу 4,5. Ну вот такая пачка, 82% жирности. Сметана. Сметана. Вот эта сметана, да? 2,5. Где-то около 19. 19 гривен. 19 гривен пачка. Кола 0,5. Кола 0,5 стоит 1,7 гривен. 7 гривен? Да. Смотри, литровая кола 7,3, 21. 7,5. 24 гривны. А какой вот вы, да, вот предпочитаете? Мы берем вот это. 17, да? 17 за бутылку. Бутылка такого французского вина стоит где-то около 15.
115 гривен бутылка французского вина. А вот апероль, кстати. Ну, честно, алкоголь очень дорогой. Интересно, сколько стоит апероль? 45. Даже вот эти молдавы. 407. 215 гривен апероль. У нас по 380. Это Финляндия, да? 55, 380 гривен Финляндия. У нас дороже. Литровая. Да я понял, не, вот 07 Red Label 55, 7,5, 350, и вот Chivas Regal 0,7, считаю, ну хорошо, 100, 700 гривен, 700 гривен 0,7, ну это примерно как у нас. Sheridan's 50, 350 гривен, это у нас сколько, 0,5. Bacardi 50, 350 гривен 0,7. Гранс 60, 6,7, 420 гривен литр. Зубровка, которую мы пьем, водка 28 гривен, 2×7, 140. Это настойка, это не водка? Да. Так, ну водка, но со смаком, со вкусом. Ну короче, 140, что-то у нас дешевле она. Польского производства. Джим польского производства. Сколько здесь? 0,7, да? 3. 30. 210 гривен. Осталось еще. Ну, 2018 World FIFA Cup России, кстати. Да. Это мой, этот самый. Что-то они такие не дешевые. С запахом. В общем, ребят, делайте сами выводы. Ну, конечно, у меня некоторые позиции просто не вкладываются в голову, как почему здесь дешевле. Евросоюз, здесь все беспошлинная процедура вся завозов продуктов питания. Меня все немножко это удивляет. При том, что здесь европейские цены и европейские зарплаты, а цены на продукты, ну, там бывают и в два раза дешевле, и на 40-50%. Это я в супермаркете. Тут нет там базаров, как у нас, где у нас дешевле. А мы сравниваем с базарными ценами. Мы не сравниваем с ценами именно тоже с розничных там сетей. Там, поэтому, ну, странно. В общем, делайте выводы, короче. Всем привет.